С конца 90-х годов прошлого столетия в нашу страну пришло такое явление, как терроризм. Волна терактов, прокатившаяся по городам России с 1995 по 2011 год, унесла жизни более 1000 человек. Но самым вопиющим и вероломным актом бесчеловечности стал захват школы сегодня в городе Беслан. Захват заложников Северной Осетии в городе Беслан, в 30 километрах от Владикавказа, сегодня утром группа вооруженных людей ворвалась. Сегодня в Беслане бандиты взорвали здание школы, пытались сбежать, расстреливая детей. Много погибших людей. Более 400 раненых находятся под наблюдением врачей в больницах Северной Осетии. Сообщение Северной Осетии связано с состоянием пострадавших заложников. По последним данным из МЧС России, госпитализировано 646 человек, из них 227 детей. У большинства огнестрельные ранения в спину.